А в комплексе «Манеж» сегодня началось юниорское первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной гимнастике. На соревнования съехали сборные команды спортивных школ из Великих Луг, Северодвинска, Гатчины, Калининграда, Череповца и Петрозаводска. Участие в них примут более 80 спортсменов от 11 до 17 лет. Великий Новгород на первенстве представляют ребята спортивной школы «Манеж». И, по словам специалистов, новгородская команда девушек – один из их фаворитов. Новгородские ребята тоже уже, мы отдельно выступали в отдельных видах довольно успешно, но давно у нас не было полной команды. На этих соревнованиях гимнасты Великого Новгорода и мальчики, и девочки представляют полные команды и готовы бороться за успешные результаты. Спортсмены выступят по программам первого разряда кандидатов и мастеров спорта. Победившие команды получат шанс выступить на первенстве России. Оно пройдет в Пензе в конце ноября.